Есть. Уже на вымотке. И сошел. И сошел. Ну такой грамм 700, не особо. Нет, на Renegade Iron Minnow. Вот уже здесь прям под кустами на вымотке. Маленькая рыбка сошла, значит, большая попадется. Пока все поклевки только на железо. Три. Два сошло. Но один там совсем грамм 100, он там за корягой свалился. Один вот там на колебалку удар, и один вот этот. Летает, конечно, этот Iron Minnow просто космически. 12 грамм на ту сторону реки. Жара, правда, какая-то, вообще просто ужас. Но клюет. Шел, промазал. Вот один кто-то гнался за волкером. Прям шел долго за ним, развернулся, потом под палку ушел. Больше похоже на головля. Зеленка это заманала просто. Вот он тут плещется, а поймать я его не могу, потому что воблеры сразу цепляются. Так. Трофейный космастер. Со струнным поводком. Была слабая поклевка. Просто дергает, подбивает. Это уже третья такая. Ну, день, жара. Наверное, весь сам экшен будет под вечер. Сейчас даже говорить тяжело. Ужасная духота. Ух ты! Какой дерзкий! А? Не! Вот эти шапки только мешаются. Земснаряд работает выше. И оттуда вот такое говно плывет. Это по сути как песок. Пена вот эта. Ух ты! Ух ты! Вот это красота! Хороший дядька. Промах. Прямо вот тут. Все-таки смена приманок сработала. Перебирал. Ну и вот космастер самый обычный. Эх, жерешок совсем небольшой. Но хотя бы так. Самый простой космастер. По-моему, 10 или 7 граммовый. Ну, жерешок, конечно, совсем детский. Ну, хлюпают прям в кустах. То ли головли, то ли подъязки. На все атаки жереха под ногами. Вот он опять тут лазит. Вот он. Все атаки, все поклевки, все прямо вот тут. Одна у меня была поклевка с середины на колебалку, и один вот там маленький сошел за корягой струя. Он весь вот тут, где тащит вот это говно, соответственно, малек, жрет там всякого личинки мотыля, семечки, которые в этих шапках задерживаются. Ну и жерех тут же, рядышком. И перебор приманок. 2-3 заброса на одну приманку, поклевки нет, другую. Блесна, воблер, стик, волкер. Ну и вот так методом перебора. Была атака на трил 70-й с первого заброса, и с первого же заброса вот поймал на космастер. Жерех-то стоит, его много, но надо подбирать приманки, проводки. Вода спокойная, не так просто, как на перекатах. О, утки. Они что ли там хлюпали? А нет, вон какая-то рыбешка бьет. Подъязок или голавль. Что-то такое. Ну пока покидаю на космастер. Раз на него есть результат. Но вообще сегодня больше всего поклевок было именно на железо. И в основном на такие вот тяжелые колебалки. На Iron Minnow, космастер, бершовый пилькер. Попозже, может быть, конечно, ближе к закату он выйдет туда, вот на середину, и более крупный. А пока вот те, которые клевали, они все такие, до килограмма. Ну и вот оно обычно в такой спокойной воде в основном работают два типа приманок. Это колебалки, причем как обычные, там микроколебалки, более крупные колебалки с мягкой икрой, которые нужно проводить очень медленно, так и разные пилькеры, космастеры, которые можно проводить и медленно, и достаточно быстро. Ну и второй тип приманок — это волкеры. Воблеры обычно хуже, но стики еще неплохо. Тот же самый трил. По сути, он такой полустик, полувоблер. Да, экстримчик пошел. Опа! Есть контакт. Ну, жерех гуляет в этих корягах. Там что-то вообще затих. Попробуем здесь, на закате, на волкерок. Все-таки хочется красивую поклевку. Только вот эти зеленки все портят. Мешают проводки. Вот это деревце было. Это в этом году его вымыло. Вы посмотрите размер. Местечко прям такое уютное стало. Блин, зеленка вот эта так. Сразу в нее попал. Угу. Опять гроза идет. Причем такая конкретная. И вот жерех не особо любит такую погоду, когда духота и постоянно находит грозовые тучи. Не знаю, как в других местах, но вот на Клязьме, по крайней мере, это наблюдается. Начинают ходить тучи, начинает морить, и все. И сегодня духота ужасная. В тени было плюс 35. Железо не хочет. Попробую опять волкирок. Да, похоже, на сегодня все. Похоже, что на сегодня все. Жерех опять выключили, как и вчера, под закат. Пришла туча, и все. Нет ни боя, ни поклевок, никакого проявления активности. Ну, я так думаю, вымучивать его большого смысла нету. Тем более сейчас ливанет, а нам ехать через пойму. Так что лучше пораньше собраться и уехать. Ну, а завтра уже с новыми силами, в новые места, снова ловить жереха.